Гимнастика для лица. Комплекс упражнений для разглаживания морщин и складок на лбу. Упражнение номер один против горизонтальных складок. Гимнастика для лба против образования горизонтальных складок. Прижмите указательные пальцы над бровями. В горизонтальном положении. Прижимайте пальцы. И одновременно пытайтесь поднять брови вверх. Расслабьтесь. Начните снова. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. Начните снова. 5, 4, 3, 2, 1. Отдохните. Начните снова. 5, 4, 3, 2, 1. Отдохните. Упражнение номер два против львиных морщин. Упражнение устраняет львиные морщины на лбу. Прижмите кончики указательного и среднего пальца над бровями. Сведите брови, а затем расправьте складки пальцами и прижмите пальцы. Пытайтесь снова сдвинуть брови. Расслабьтесь. Повторите снова. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. Повторите снова. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. Повторите последний раз. 5, 4, 3, 2, 1. Отдохните. Упражнение номер три. Вертикальный массаж. Вертикальный массаж лба. Прижмите средние пальцы рук над бровями, а большие пальцы над ушной раковиной. Надавливайте средними пальцами и двигайтесь вверх в направлении корней волос. Надавливайте и двигайтесь медленно. Еще раз. И еще раз. Теперь можно повторить это упражнение с закрытыми глазами. Прижимайте пальцы. Достаточно. Упражнение четвертое. Горизонтальный массаж. Горизонтальный массаж лба. Прижмите указательные и средние пальцы к надбровным дугам. Надавливая, двигайтесь горизонтально в направлении корней волос. Повторите это движение по всей поверхности лба, перемещая пальцы вертикально. Во время выполнения упражнения глаза должны быть закрыты.
Гимнастика для лица. Комплекс упражнений для увеличения объема губ. Упражнение номер один. Против опускания стрелок губ. Упражнение для омоложения контура губ. Откройте рот и поместите указательные пальцы в уголках рта. Растяните рот. Затем, продолжая надавливать пальцами, попытайтесь стянуть губы. Старайтесь не закрывать рот. Расслабьтесь. Повторите снова. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. Повторите снова. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. Повторите снова. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. Упражнение номер два на разглаживание морщинок в уголках рта. Рот закрыт. Прижмите указательные и средние пальцы к уголкам рта. Растяните пальцами рот, как будто улыбаетесь. Теперь старайтесь привести губы в изначальное положение. Расслабьтесь. Повторите снова. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. Повторите снова. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. Повторите снова. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. Упражнение номер три на увеличение объема верхней губы. Откройте рот. Поместите указательный палец горизонтально под верхней губой. Пальцем пытайтесь подтянуть губу в направлении к носу, а губой давите в противоположном направлении. Выполняйте несколько секунд. Расслабьтесь. Повторите снова. 5, 4, 3, 2, 1. Отдохните. Повторите упражнение. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. Повторите снова. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. Хорошо, закончили упражнение. Упражнение номер четыре на увеличение объема нижней губы. Рот полуоткрыт. Поместите указательный палец горизонтально над нижней губой. Надавливайте пальцем и пытайтесь поднять нижнюю губу. Выполняйте несколько секунд. Расслабьтесь. Еще раз. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. Еще раз. 5, 4, 3, 2, 1.
Расслабьтесь. И последний раз. Пять, четыре, три, два, один. Полностью расслабьте лицо. Завершите комплекс упражнений, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Подуйте через приоткрытые губы. Еще раз. И еще раз. Гимнастика для лица. Уход для глаз. Против усталости, морщин и мешков под глазами. Упражнение номер один. На укрепление нижнего века. Глаза открыты. Прижмите указательные и средние пальцы к вискам над уголками глаз. Безымянные пальцы прижмите горизонтально под глазами. Пытайтесь поднять нижнее веко и слегка надавливайте на кожу пальцами, чтобы блокировать движение. Напрягите мышцы глаз. Расслабьтесь. Повторите еще раз. Пять, четыре, три, два, один. Расслабьтесь. И еще раз. Пять, четыре, три, два, один. И еще раз. Пять, четыре, три, два, один. Расслабьтесь. Упражнение номер два. На укрепление верхнего века. Выполняется с закрытыми глазами. Глаза закрыты. Прижмите верхнее веко указательными пальцами по контуру ресниц. И зафиксируйте положение. Пытайтесь поднять верхние веки, слегка прижимая их пальцами. Выполняйте несколько секунд. Расслабьтесь. Еще раз. Пять, четыре, три, два, один. Расслабьтесь. И еще раз. Пять, четыре, три, два, один. Расслабьтесь. Повторите упражнение еще раз. Пять, четыре, три, два, один. И закончили упражнение. Упражнение номер три. На укрепление верхнего века выполняется с открытыми глазами. Упражнение приводит в тонус и подтягивает веки. Глаза открыты. Расположите указательные пальцы горизонтально над ресницами. Слегка приподнимите веки пальцами. Придерживайте верхние веки пальцами, зафиксируйте это положение. Выполняйте несколько секунд. Расслабьтесь. Еще раз. Пять, четыре, три, два, один. Расслабьтесь. Еще раз. Пять, четыре, три, два, один. Расслабьтесь. И еще раз. Пять, четыре, три, два, один. И последний раз. Начали. Пять, четыре, три, два, один. Расслабьте лицо. Упражнение номер четыре. Массаж глаз для снятия усталости и стресса. В завершении этого комплекса проведем массаж глаз для снятия усталости и стресса. Расположите указательные и средние пальцы под бровями с внутренней стороны. Двигайте пальцы вверх и в стороны по направлению к вискам.
слегка нажимая на кожу. Выполняйте несколько раз. Для лица. Комплекс упражнений против двойного подбородка. Упражнение номер один. Работаем нижней челюстью. Кулак под подбородком. Держите голову прямо. Поместите кулак под нижнюю челюсть. Рот закрыт. Пытайтесь опустить нижнюю челюсть, блокируя движение кулаком. Повторите упражнение несколько секунд. Расслабьтесь. Начните снова. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. Еще раз. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. И последний раз. Начали. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. Упражнение номер два. Давление языком на небо. Кисть под подбородком. Прижмите язык к верхнему небу. Расположите кисть руки под подбородком. Прижимайте язык к верхнему небу изо всех сил. Рука остается под подбородком. Продолжайте. Расслабьтесь. Еще раз. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. Еще раз. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. Повторите еще раз. 5, 4, 3, 2, 1. И последний раз. 5, 4, 3, 2, 1. Достаточно. Упражнение номер три. Укрепляем мышцы шеи. Напрягите вашу шею, а губы приведите в такое положение, как будто произносите звук «экс». Держите губы растянутыми несколько секунд. Теперь приведите губы в такое положение, как будто произносите звук «о». Держите несколько секунд. И еще раз «экс». Теперь «о». И еще раз «экс». И еще раз «о». «Экс». «О». «Экс». «О». «Экс». «О». «Экс». И последний раз. «О». «Экс». И опять
О. Упражнение номер 4. Поднимаем подбородок, голову назад. Запрокиньте голову назад. Выдвиньте подбородок. Оставайтесь в этом положении несколько секунд. Расслабьтесь. Покрутите несколько раз головой, как при выражении отрицания. И снова. Голову назад. Подбородок вперед. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. Покрутите головой вправо, влево. Голову запрокиньте назад. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. Опустите голову. И еще раз. Голову назад. 5, 4, 3, 2, 1. Опустите голову. И последний раз. Голову назад. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. Опустите голову. Вправо, влево. Опустите голову вниз. Гимнастика для лица. Создание красивого контура лица. Упражнение номер 1. Улыбка. Постарайтесь улыбнуться лишь одной стороной рта, так, чтобы появились морщинки от улыбки. Зафиксируйте положение. Расслабьтесь. Теперь с другой стороны. Постарайтесь зафиксировать это положение. Расслабьтесь. С другой стороны. 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 И последний раз. Расслабьтесь. С другой стороны. И закончили. Упражнение номер 2. Поцелуй, улыбка. Рот закрыт. Вытяните губы, как для поцелуя. Теперь улыбнитесь. Поцелуй, улыбка. Поцелуй, улыбка. Продолжайте. 1, 2, 3, 4, 5. Не растягивайте рот слишком сильно, но должны появиться складочки. Еще раз. Еще. Отдохните. Упражнение номер 3. Произнесение гласных звуков. Произносим гласные для улучшения контура лица. Очень четко произносим звуки А, Э, И, О, У, уделяя внимание положению губ после каждого произнесенного звука. А, Э, И, О, У. А, Э, И, О, У. А, Э, И, О, У. А, Э, И,
А, Э, И, О, У. Произнесите последний раз. А, Э, И, О, У. Упражнение номер 4. Массаж от крыльев носа к вискам. Завершим наше упражнение массажем. Кончики указательных и средних пальцев расположите на крыльях носа. Проведите пальцами вниз до кончиков губ, а затем поднимитесь вверх по направлению к вискам. Движения должны быть медленными. Не надавливайте пальцами слишком сильно. Над фильмом работали Софи Гадар, Наоми Накашима, Симон Сандор. Фильм озвучен студией «Лексикон» по заказу издательства «Эксмо».